Анна Шерембеева дождалась. Она в числе 9 счастливчиков, которым вручили ключи от квартир в этом новом доме Рубцовска. На очереди молодая женщина стояла с 2012 года, а в 2016 вышло распоряжение суда о предоставлении ей квартиры. И только сегодня появилась заветная жилплощадь. Очень рада. Я не верю своим глазам. В свое время я не знала, что надо ходить судиться, чтобы выбивать жилье. Известно, что сейчас в Рубцовске еще 50 человек ждут свои квартиры. Это при том, что решение суда уже есть, оно в пользу сирот. Этим летом, по словам начальника регионального жилищного управления, администрация края выделила дополнительные 200 миллионов рублей на приобретение квартир. Освоить все деньги должны до конца года. В городе Рубцовске новое жилье не строится. Поэтому вот берем там, где есть. Сейчас как бы прорабатываются вопросы именно строительных организаций. И есть намерение построить здесь небольшие дома трехэтажности, но еще пока конкретного ничего нет. Тех, кто имеет право на жилье, но продолжает ютиться в коммуналках, еще очень много. По краю таких сирот несколько тысяч. Так что 9 семей Рубцовска без преувеличения можно назвать счастливчиками. Елена Кузовкина, Геннадий Лабзин. Наши новости.